У 11-й гомельской средней школе на сходе працовного коллектива 65 из 80 работников. Это навучальная установа, а тому собрать одночасово всех наставников просто немагчыма. Меж тем кворум есть, а тому агульный сход мерковывая головное питание – выбрание уполноваженных на сход городски. Менавіта там и будут огучены имены делегатов. Напередодні во всех подразделениях школы отбылось обмеркование кандидатуры уполноваженных. Выбирали самых достойных. По таких же якостях, напевно, потом будут обраны и непосредственно делегаты. Я считаю, что кандидат, который будет делегатом 5-го Всебелорусского народного собрания, должен быть человек, который знает, чем живет страна, который знает, какие есть проблемы, который должен видеть пути разрешения этих проблем и который является человеком ответственным, прежде всего, на своем рабочем месте. У Гомельском державном техническом университете имя Сухого на городский сход обраны 5 уполноваженных. Тут так само добро ведают, каких выников чекают от работы 5-го Всебелорусского народного сходу. Перш за все, необходимо обмерковать на керунки развития Беларуси на наступные 5 годов. Ректор университета Сергей Тимошин был удельником попереднего форума. Каже, что и на посаджениях, и у кулуарах тут обмерковываются пытания саправды державного узровню. Причем во всех сферах, включая эдукацию. Для высшей научной установы это программа перспективного развития. Образование является стратегическим ресурсом. Необходимо менять структуру подготовки специалистов в соответствии с нуждами и запросами экономики. Готовить прежде всего инженерно-технических работников и других востребованных специалистов в народном хозяйстве. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».